Итак, Хошимин. Да, мы знаем этот город как Хошимин, но местные его именуют Сайгон. Когда-то это была столица юга Вьетнама. Теперь просто огромнейший город, который может вместить в себе две Москвы. Представляете себе масштабы? Так случилось, что в этом городе я был 3 ночи. Из них получается 2 дня у меня ушло на экскурсию, на третий день я переезжал в Далат. Поэтому сам Хошимин я видел в основном из автобуса. Побродить по его улочкам, посмотреть какие-то достопримечательности самого Хошимина или Сайгона мне, увы, не удалось. Но, будучи даже в автобусе, и разглядывая этот город из окон этих экскурсионных автобусов, этот город мне очень даже зашел. Он мне понравился тем, что он вполне современен, он очень зеленый, красивый, относительно чистый. Здесь у меня не было никаких проблем с продуктами питания, а я еще раз говорю, что я готовлю себе сам. Очень много здесь рынков, а также и небольших и больших супермаркетов, так что в плане еды здесь все в порядке. Также огромное количество банков, смело можете менять денежки в банках, потому что курсы в турагентствах, в каких-то небольших лавочках очень и очень разнятся. Кстати, вот в банке я менял по курсу 1 доллар 23 тысячи местных донгов, а когда я подошел в турагентство, мне предложили только 22 800. Так что будьте внимательны. В аэропорту вообще предложили 22 500 за 1 доллар. Обдираловка. Так что в аэропорту меняйте совсем немножко, чтобы вам хватило на дорогу, а дальше идете в любой солидный банк, и вам без комиссии меняют по нормальному курсу. Вот, кстати, сейчас мы проезжаем по одной из туристических улиц Сайгона или Хошимина, и посмотрите, здесь довольно все красиво и опрятно к тому же. Жаль, что я выбрал так мало времени на этот город, но я-то надеялся, что буду бродить по городу, а тут просто подвернулись две очень классные экскурсии. В катакомбы Кучи за 10 долларов и по дельте Меконга также за 10 долларов. И на эти экскурсии у меня практически ушли целые дни. Вот в конце второй экскурсии по дельте Меконга мне удалось побродить по небольшому парку. Здесь, кстати, очень и очень много парков и просто огромное количество цветов. Вьетнамцы вообще очень любят цветы, и это классно, я вам скажу. А это ихняя местная игра. Очень любят такие деревья с грейпфрутами и множество хризантем. Хризантем здесь просто завались. Я не знаю, для чего они здесь их выращивают в таких масштабах. Они ведь не пахнут. Ну а это возле моего гостевого дома была такая католическая церковь. И я не удержался, чтобы сюда не зайти внутрь. Здесь своеобразное какое-то отношение к церкви. Вокруг церкви вечером полным ходом идут торги. Церковь открыта, идут какие-то службы в определенные часы. Ну а это уже улочки маленькие, на которых живут сами вьетнамцы, а не туристы. И на одной из таких улочек я жил. Довольно классно.
тихо и спокойно. А вот мои апартаменты. Спасибо за внимание.